В Магаданской областной думе состоялось завершающее в этом году заседание. Депутаты рассмотрели 25 вопросов, приняли 17 областных законов, в окончательной редакции 7 постановлений. Одной из главных тем для региона стал областной бюджет на 2021 год. Предлагается увеличить общую сумму доходов областного бюджета на 2021 год на 1,7 миллиарда рублей. И в целом доход областного бюджета на 2021 год составит 51,7 миллиарда рублей. Общую сумму расходов увеличить на 2 миллиарда 272 миллиона рублей. Общая сумма расходов планируется в объеме 53,9 миллиардов рублей. В целом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 2,2 миллиарда рублей, составят 33,4 миллиарда рублей. Также на заседании губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил депутатов за проделанную работу. Всех с наступающим Новым годом. Я проверил выполнение нацпроектов, в целом программ по Магаданской области. Фактически вчера проходили последние платежи на уровне 3-4 миллионов рублей. Поэтому могу сказать, что Магаданская область встречает или готова встречать Новый год с выполненным планом. Депутаты также обсудили приоритеты законодательной деятельности на 2022 год.